Замена масла в редукторах хода на Янмаре Vio 15. Вот уже раз менял, когда при покупке. И вот после 150 часов обратно думаю заменить. Мочмовая еще та. Так что не стесняйтесь, у кого изначально все было грязное, я думаю, будет и второй раз грязно. Вот так вот. Покупал литр, его хватило мне на два редуктора на Vio 15. Сейчас взял вот такое масло на разлив у ребят, у которых покупаю. Покупал гидравлическое масло и беру тюбы для смазки. Вот такой модификации взял масло в редуктор. 3 литра. Потому что думаю, что однозначно еще раза 2, а то и 3 надо будет его повымывать. Маркировка масла 80W90. Брал для тяжелой техники, для редукторов в тяжелых условиях, которые работают. Потому что я думаю, что этот редуктор работает в тяжелых условиях.